сочно, все в меру, ингредиенты идеально сочетаются, очень вкусный салат, на мой вкус, это потрясающе, реально. В этом году на новогодние праздники обязательно его приготовлю, что и вам советую. Всем привет! Начинается подготовка к новогодним праздникам, и поэтому сегодня я решила поделиться с вами рецептом очень вкусного салата к праздничному столу. Итак, какие продукты мне для этого понадобятся? Сладкий виноград без косточек, гранат, твердый сыр, ветчина, она может быть любая, из индейки, курицы или свинины, грецкие орехи, майонез домашний или покупной хорошего качества, консервированный ананас, вареные яйца и зубчик чеснока. Рецепт очень простой, готовить легко и быстро. Начнем с ветчины, натираем ее на крупной терке. Ветчину, как я уже сказала, можно взять любую, на ваш вкус. Я готовлю из того, что у меня есть, у меня и свинины. Грамм 150 будет достаточно. Сразу перекладываем в глубокую миску. Точно так же натираем кусочек сыра, грамм 150-200. Сыра много не бывает, как говорят, кашу маслом не испортишь. Пересыпаем сыр, яйца также отправляем на крупную терку. В итоге салат называется «все на терку», но нет, яйца это последнее, что мы натираем. Дальше мы будем нарезать ножом. Вообще салат готовится очень легко, быстро, это немаловажно для новогодних рецептов. Потому что обычно очень мало времени на приготовление праздничного стола. Поэтому такие варианты салатов очень вкусных являются фаворитами. Пересыпаем к сыру и ветчине. А теперь мелким кубиком нарезаем консервированные ананасы. Перекладываем в глубокую миску. Виноград для этого салата лучше взять сладкий, вкусный, с тонкой шкуркой. Тогда он будет гармонично сочетаться с другими продуктами. Цвет и сорт винограда не имеет значения. Самое главное – качество. Если взять виноград разного цвета, то салат получается более красочным. Разрезаем на две части. Вдоль или поперек не имеет значения. Сильно крупные ягодки можно разрезать на 4 части. Выкладываем виноград. Довольно крупно нарезаем грецкие орехи, чтобы они чувствовались в салате. Выкладываем орехи. И немного оставляем для украшения сверху. Осталось почистить гранат. Его на самом деле чистить очень просто. Надрезаем по кругу. Приподнимаем. Увидели, где находятся прожилки, надрезаем по ним и убираем серединку. А теперь разламываем и сразу зернышки отправляем в салат. Половины небольшого граната будет более чем достаточно. И гранат желательно взять кисленький, кисло-сладкий. Идеальный гранат с хорошей кислинкой. То, что нужно для нашего салата. Очищаем и оставляем несколько зернышек для украшения салата. Остался заключительный штрих. Берем зубчик чеснока. Он у меня маленький, тоненький. Чтобы придать нашему салату пикантность. Чтобы чеснок не чувствовался. И выдавливаем через пресс. И хорошенько перемешиваем. А теперь выкладываем майонез в салат и тщательно перемешиваем. Солить мы его не будем. Этот салат можно выкладывать слоями, а можно просто вымешать в салатнице. Тоже будет очень вкусно. Главное хорошенько смешать все ингредиенты. Все, салат готов. Можно подавать в салатнице или порционно. Я сделаю и так, и так.
положу в креманки. Осталось немного украсить. Посыпаем орехами, зернышками граната. И можно добавить виноград. Вот такая красота в итоге получилась. Осталось попробовать и оценить вкус. Барабанная дробь. Вроде все захватило. Есть сладкая, кислая нотка, свежесть. Очень ароматно. Вообще вкус новогодний, если честно. Такой салат я называю женским, но мужчины, кто любит сладкое, тоже по достоинству такой салат оценят. Очень вкусно. Готовить, как вы видели, легко, просто, без заморочек. Результат потрясающий. В копилку новогодних салатов. Вот так легко и просто готовьте вместе с нами. С наступающими праздниками. До новых встреч. Пока.